В начале сентября были подведены итоги единого дня голосования. Теперь область готовится к избирательным кампаниям 2018 года. Ульяновцам предстоит выбрать президента Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания области и советов городских и сельских поселений 20 районов. О том, как наладить легитимность и прозрачность предстоящих выборов, глава региона обсудил с избирательной комиссией и общественной палатой. Ничего никому не ясно, не может быть, если человек сам не придет на избирательный участок и не проголосует. Поэтому, конечно, еще нам нужно сделать так, чтобы все гражданское общество знало о выборах и имело огромное желание принять в них участие. По инициативе общественной палаты в следующем году ее члены смогут контролировать ход избирательных кампаний. Также они будут участвовать в качестве наблюдателей на избирательных участках наравне с представителями политических партий и отдельными кандидатами. Они могут разъяснять людям, они могут повышать политическую грамотность. Самое главное, чтобы наши граждане понимали, насколько важны эти политические процессы, зачем нужно приходить на выборы. Сейчас разрабатывается программа обучения в школе избирателей. Как отметил председатель избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко, по этой программе они смогут обучаться членов общественных палат для еще более качественной работы на избирательных участках. Кристина Жакот, новости Ульяновской правды.